Sacramento Capital Street. Достопримечательность нашего города — Золотой мост. А мы едем на праздник нашей семьи. Нашей семьи. Родители наши празднуют сколько лет? 35 семейства. 35 совместно счастливейшей жизни. Мы приехали в город старинный Сакраменто, Old Sacramento, где мы будем праздновать праздник. Парковка здесь, в даунтауне, стоит $1.75 за час. По сравнению с Сан-Франциско это просто не смешно, поэтому я плачу. Итак, мы здесь. Только что познакомились с поляками, нас фотографировали на память. Заходим в наш традиционный, куда? Delta King. Герои сегодняшнего праздника, это вот эти молодые люди, которым по 18 лет. Аня пока их фотоет, а мы, Лео, пошли на корабль. Пойдем на корабль. Пойдем. На второй этаж. Мы находимся на историческом кораблике. Называется Delta King. Туда нельзя, но можно только сюда. Заходим в классический ресторан. Лео, открываем. Смотри, мы на Титанике. Смотри, как это все. Настоящее вино. В лифтик. А ну-ка нажмем. У-ху! Модель. Как все выглядит outside? Здесь мы с Аней праздновали наш один год супружеской жизни, да? Потом 5 лет супружеской жизни. Как ты думаешь, здесь? Прикольно, но я думаю, лучше прохладно, с детьми, да? А он есть еще вообще вверху. Там на улице, там прикольно, но там прохладненько. А вот здесь белые скатерти, здесь чувствуешь себя как будто... Титаника настоящая. Что мы узнали, что эта лодочка в 1920-х годах плавала с Сан-Франциско до Сакраменто. Но потом когда-то она затонула. Ну или что потом произошло. Она вот так выглядела. И только в 1989 году, когда вы женились? В 82-м. Ну, вообще, где-то... А, не, в 84-м она. В 84-м году начали ей заниматься. И вас реставрировали за 10 миллионов американских долларов. Мне что-то сомневаюсь, это очень дорого, но ее реставрировали. И с 84-го в 89-м году закончили. И вот на сегодняшний день это гостиница и ресторан. Ну и красота нашего города, достопримечательность нашего города. 10 лимонов, это многовато для 80-х годов. Нам сообщили, что курицу нашу любимую готовят ровно полчаса. Это половина настоящей курицы. Они ее общипывают, потом готовят, и вот сейчас ее... Я думаю, она уже общипана. Да, ну я тоже думаю. Пока мы ждем, мы вручаем подарок от имени нашего Форплекса нашим родителям. А Форплекс — это кто? Форплекс — это все жители нашего дома. Спасибо. Открывайте. Вау. Билет на концерт? Билеты. Билеты для всего нашего Форплекса. Цирк. Вы были в цирке? Нет, не были. Не, у меня были в цирке? А сколько билетов? А в детстве? В детстве, да, я очень люблю цирк. Билет стоит, ну вот это все стоит больше, там, $200, да. Но следующий вопрос, это вот, прочитайте, что здесь написано. Цирк будет в эту пятницу. Что здесь написано, мам? Тиви. Что такое тиви? Телевизор. Вот это телевизор. Аня, что ты скажешь про телевизор? Ничего.
Телевизор. Дарим телевизор. Как? Пока только на бумажке. Да. Воплотим. Да. Короче, мы решили подарить вам телевизор на прям сегодня, но заехали в магазин и поняли, что нам сам продавец сказал, что через месяц на Черную пятницу все будет 50% скидка. Поэтому, извините, мы на вас сэкономили, но в ноябре постараемся мы купить. Мы больше ждали, подождем еще. Да? Да. Спасибо. Ну и поскольку все знают, что у нас нет дома телевизора, мы будем к вам приходить и смотреть КВН. Ну, телевизор может и смех, сами смех, купить. Лига смеха, да. Потому что мы сегодня все вместе, это уже большой подарок для ну, нас. Ну, у нас не хватает улицы. Улица, как называется? Не Чалова, а Балтийская, Балтийская, да. Семейство Балтийская Качалова. Еще чуть-чуть присоединится скоро там. И Ирпеня. Ирпеня. А, да, Ирпень, Киев. Еще... Тогда Зауляев. Да. Скажите ваши пожелания самих себе. Через 20 лет вы будете это смотреть видео, и что вы скажете? А ты его сохранишь? Ну да, оно уже в сеть идет сейчас в YouTube прямо. Да, ты что? Да. Не фильтруешь, ничто? Не, не. Так нельзя. Ну, самому себе, конечно, не говорят, всегда, всегда говорят, кому-то поздравляют, там кого-то. А сам на себе, пусть Бог благословит, даст нам силы трудиться для Него, жить, радоваться. Благодарим за семью, за все, что Бог нам дал, за милость Божия. Круто. А в чем, я уже спрашивал, но еще для камеры скажите, в чем секрет, как вы 35 лет прожили и как это вы сделали? Не знаю, так все быстро прошло. Нас вел Бог. Очень быстро прошло. Божья воля сбывалась, Бог посылал все для нас, благословлял, рано молиться. Да, Господь благословил нас с тремя дочерьми. Да, у нас детей. Детей, теперь еще сыновья у нас есть, теперь внуки у нас есть. Мы очень счастливы, что самая главная большая радость – это то, что дети у нас наши из Господа. Больше желать нечего. Супер. Супер, спасибо. Спасибо. Все, у нас умирает батарейка. Я не знаю, если мы продолжим это видео, но курицу хочется показать, общипанную. Еда дня. Fish of the day. Вот это ради чего нам стоило прийти сюда. Ближе к свету. Смотри, какая благодать. Красота. А у папы, наверное, seafood самое. Мам, дай свой телефон. Я не фанат этого всего, но... Итак, приятного всем аппетита. С вами была наша семья. Всех поздравляем Эко Anniversary. Те, кто прожили какие-то года вместе, помните, семья – это очень, это страшно, супер важно. Это для себя говорю, потому что я часто за это забываю. Все, всем пока.